В Люберцах продолжаются мероприятия в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Одним из ярких событий в этом предновогоднем месяце стал парад сказочных персонажей. Он прошел в Центральном парке и собрал большое количество участников. Прекрасно. Ну что, вы готовы? Да! А я не слышу! Да! Тогда все идем за мной и с песенкой. Раз, два, три. Колонну сказочных персонажей ведет главный новогодний волшебник. А за Дедом Морозом следуют две бабы-яги, Снегурочка, домовенок Кузя, Снеговик, Кощей Бессмертный. Всего около 50 знакомых с детства героев. Остановилась сказочная колонна у входной группы в Центральный парк со стороны Смирновской. Там их ждали сладкие подарки, конкурсы и развлечения. Семья Мизилиных из Октябрьского нарядилась в героев мультфильма «Три богатыря». Я царь. Это у нас Аленка. Алена. Ильи Муромца. Это конь. Я конь Юлий. Богатырский конь. Ну, что, богатыря нет, он заболел, поэтому не смог прийти. А я Горыныч, просто Горыныч. Как готовились, спонтанно. Ну, нашли по сусекам, поскребли и насобирали. Но мы редко выходим с семьей, но вот так-то почему время не провести? Среди сказочных героев можно было встретить и драконов, символов наступающего Нового года. Они выиграли приз зрительских симпатий. Подобный парад сказочных персонажей прошел в Люберцах впервые. В рамках мероприятия министерского морозной традиции мы решили начать его как раз с парада сказочных персонажей. Далее мы пойдем в резиденцию Деда Мороза звонить нашим деткам по заявкам. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Нужно заряжаться позитивом и как раз именно такие мероприятия нам помогут в этом. С Новым годом! Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.